Реконструкция улицы Чистяковой в Новой Трехгорке началась в конце 2021 года. Сейчас рабочие трудятся на первом участке. Его протяженность более 900 метров. Сейчас вот непосредственно здесь это строительство подпорной стены, для того, чтобы на ней будет потом устанавливаться шумозащитный экран практически на всем протяжении вдоль вот этих домов, чтобы жители не испытывали дискомфорт при движении здесь транспорта по дороге. Скоро рабочие приступят к обустройству дорожного полотна. Движение на этом участке улицы Чистяковой планируют запустить до конца года. Работы идут по графику, даже чуть-чуть с опережением. Есть некоторые участки проблематичные для проведения работы из-за плотности застройки, количества людей, и транспорта и все остальное. Но тем не менее это пока не мешает делать все в срок. Земляные работы в разгаре, строители формируют котлован. Скоро в одном из самых густонаселенных микрорайонов Одинцова откроется новый детский сад. Его обещал построить прежний застройщик. Рабочие вышли на объект, но до конца дело так и не довели. Есть остатки свайного поля, которые необходимо удалить, тоже довольно трудоемкое дело. Сваи вбиты на 12 метров в глубину и потребует такая трудоемкая работа. Вместе с тем сад будет примерно через год запущен. Дворовое пространство на улице Чистяковой – центр притяжений для малышей и для взрослых. Первые играют на детской площадке, вторые облюбовали спортивные объекты. С просьбой реконструировать площадку местные жители обратились к Дмитрию Голубкову еще в прошлом году. В этом году работы начнутся. Летом эта площадка будет переделана. И я надеюсь, что ближе к осени перережем ленточку. Реконструкцию детской площадки проведут в рамках инициативного бюджетирования. Ее проект утвердили местные жители. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».